Ни одного мужского, зато 38 женских голосов. Тюменский хор «Камертон» будет представлять Уральский федеральный округ в Москве на Всероссийском фестивале. Воспитанницы Светланы Василькович из школы искусств Знаменского будут петь в Кремле на японском языке. Уже месяц они готовят философское произведение «Сакура» на слова Мики Сирала и музыку Асума Тагама. Японский язык, я могу сказать, что никто его не знает из нас. Просто вот попались ноты на глаза. Когда-то мы его пели в студенчестве. Музыка очень завораживающая, очень интересная. Когда мы предложили девочкам спеть эту музыку, они, конечно же, заинтересовались.